Судебный процесс в отношении бывшей управляющей регионального отделения Пенсионного фонда России Елены Блекловой завершен. Советским районным судом обвиняемой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Из этого срока будет вычтено время, когда Блеклова содержалась под стражей и находилась под домашним арестом. Также в течение 3 лет Елене Блекловой запрещено занимать руководящие должности. Принимаем внимание обстоятельства совершенных преступлений, степени общественной опасности, а также коррупционную направленность, суд не находит оснований для изменения категории преступления, а также для назначения более мягкого наказания, чем это предусмотрено санкциями статьи Уголовного кодекса или для применения условного осуждения. Расследование преступлений, совершенных Блекловой, длилось около 2 лет. Напомним, что управляющая совершила хищение денежных средств в сумме более 5,5 миллионов рублей, которые предназначались для строительства административного здания областного отделения Пенсионного фонда. Представители прокуратуры с решением суда согласны, хотя первоначально выдвигалось требование назначить Елене Блекловой 4 года лишения свободы. Что касается назначенного наказания, то, конечно, безусловно, хотелось бы изучить более подробно протокол, посмотреть, что явилось основанием для снижения срока, который просил назначить прокуратура. Ну, как бы первоначальное впечатление также вполне удовлетворительное, то есть наказание нас, скорее всего, устроит. И в этом плане тоже претензий к суду не будет. Решение Советского районного суда Елена Блеклова намерена обжаловать. После оглашения приговора бывшая управляющая региональным отделением Пенсионного фонда России была арестована в зале суда. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.